Лев Толстой как блогер, деятельный правозащитник, волонтер, коуч-тренер. Выставка «Толстой Генерейшн» посвящена связи поколения сегодняшних молодых людей и главного героя другой эпохи, писателя, ставшего мировым авторитетом в конце 19-го, начале 20 веков. То же самое вегетарианство Толстого перекликается с тем, что современное поколение в большей степени обращает внимание на полезную пищу, да, чем быструю, например, да, пищу. Как было, например, у предыдущего поколения. Поколение X характеризуется, например, тем, что они бы между полезно и быстро выбрали бы быстро. Вот. А поколение Y уже полезно. Это поколение, которое следит за своей физической формой. И Толстой всю жизнь, вы знаете, занимался спортом. И удивительно, но он был велосипедистом, он катался на коньках уже в этом возрасте. Человек, который опередил время уже тогда, в далеком от сегодняшних реалий 19 веке, он взывал к тем же проблемам, имел те же предпочтения, интересы, взгляды и принципы, что и представители одного из современных поколений, поколения Y. Однако организаторы уверены, выставка будет интересна всем. Она предполагает активное взаимодействие с экспозицией. Здесь можно пройти по маршруту интеллектуального квеста, поучаствовать в музейном буккроссинге и даже получить чек-лист от Толстого «Правила жизни писателя».